любишь? Потом слепуешь моим фактическим в области права. Что его обязывает? Очень сильно надо человеку. Снимайте. На основании чего ты человек остановил? Маски оденьте, это шарф не спасет от этого. Шарф. Смотри, смотри. Вот тут, короче, базарит, так. Базарит просто не по-детски. Я остановил, я тебя назвал. Ню-ню-ню, давай нормально разговаривай. Ты что только что проярился? Ты что такой именно гордый? Ты кто? Я буду продолжать с тобой так же, как ты общаться. Ты петуш... Ты уверен? Нет, я не уверен. А ты уверен, что... А я уверен. Что ты? Ты же петушил меня или что? Я уверен. Сейчас по***ю тебя. А ну попробуй. Давай. Давай разворачивай. Давай. Сейчас буду тебе пи***ть. Да, давай. Представьтесь, пожалуйста. Наш ген полиции, о, замком. Можно, можно ваше службовое посвящение? Ова... Не, покажи, покажи нормально. Овод Микола Вікторович, заступник... Та подождите, заступник, дай еще прочитаю. Заступник командира взводу роти тактико-оперативного реагування 01-28-14, можно ваше службовое. Что ты устроился сразу? Да подождите, давайте подумаем. Да нет, старик, ты не слышал, как он базарил? Матвиенко Микита Валерьевич, инспектор роты тактичного 01-28-13. Ваше, можно послушать? Пойди вытрусь, я тут опять. Криулько Максим Павлович. Номер не вижу. Да, 01-28-12. Что я вроде не слышу. Можно ваше посвящение? Нос? А что мне еще? Брюховецкий Богдан Олегович, инспектор ТОРу. Так, 01-65-28. Можно ваше? Всех решили проверить. Да ну когда вы будете тренды раздавать, чтобы понимать, кто раздавал тренды. Вы что думаете, что мы не научены или что? Витченко, нормально, опустите. Так я же вам нормально. Ну мне что так что ли, смотри, ну не провоцируй. Так а что, например? Вот так, ну я ж мне... Витченко Александр Александрович, 01-28-05. Ты уверен? Уверен. Уверен? Уверен. Уверен. Кто останавливал? Кто останавливал машину? Конкретно он. Причина остановки какая была? 5 и 3, не, 5. Вы назвали, покажите, причину. Пожалуйста, назвали 3-5. Видео, 3, 5, где... 5, 5. Покажите, пожалуйста, видео, где он нарушил 11-5. Кому показывать? Мне. Водитель. Ему. Мне покажите. Водитель, мне вопрос. Да, покажите. Давайте. Вы кто все? Показывайте ему. Я понимаю, вы, ну, тут это разлет права. Фаховец в галузі права. Документ какой-то предъявить. Чем это предусмотрено? Я говорю, документ. Чем предусмотрено? Чем предусмотрено? Да он не знает этого. Чем предусмотрено? Еще раз тебе повторяю, чем предусмотрено? Статус подтвердите? Еще раз объясняю, чем это подтверждено? Еще раз говорю, сошлись на норму закона. Если ты сошлешься, я не вопрос, покажу. Бумагу вы напишете, если... Ты что? Чего? Какая бумага? Показывай ему! Да ну не вы будете мне указывать, что мне делать. У нас открытое производство. Открытое? Ты знаешь 9-ю статью национальной полиции? Знаешь 9-ю статью? Я вас запрещаю вести фото, видеофиксацию. Все, показывай. Сбрейся отсюда, если ты меня будешь запрещать. Ну так задержи его, составь соответствующий документ. Давай, задерживай, давай. Ну так составляй. Ты запрещаешь. Что ты мне запрещаешь? Я буду... А чем мне запрещено здесь находиться? Да. А тебе можно находиться? Мы проводили с другой. Тебе можно? У тебя что, мигалка на голове? Ну так и все. В жилетке. Он в жилетке, ты без жилетки. Так показывай, я рядом буду стоять. Так вам нельзя находиться на проезжей части. Ну значит, оштрафуешь. Вам будет показывать, у кого жилетка есть. А ты что-то вышел на дорогу? Да, где такое прописано требование? Зайди на траву. А что вы провоцируете? Вот да скажи. Я не провоцирую вообще. Ты уверен? Да, мы ждали адвоката. Сейчас адвокат едет. Сейчас адвокат едет. Которые никак не представляются. А что мы сейчас обязали, сказали, мне дали 15 минут на адвоката. А кто время? Подожди. Ты лучше позатрой. 15 минут на адвоката. Скажи, пожалуйста. Задержи меня. Ты, блин, я не понимаю. Что я тебе? Что нет? Так все, так примолчи. Понял? А чем предусмотрено, что ты... Я сказал, ничего не... А чего ты ему берешь его на силу? Не берем. Ты силой сказал, если сейчас никто не приедет, я вынесу постанову. На основании чего ты ее вынесешь? Ты уверен? Это не было. Только вы начали... Это есть видео. Я смотри, я сказал, что сики даты вам часу для того, чтобы приехать. У нас в КУПАПе не прописано время. Я спросил. Я сказал, я повноважная особа, я разглядаю эту справу. И что дальше? Я сказал, что... Ты уверен, что ты имеешь право то разглядать справу? 100%. Подтверди свои полномочия.
Ну, мы же инструкцию не раз читали. Так вот как раз мы обратное доказали. Понимаешь, что ТОР не имеет права рассматривать, санкция, только реагировать. Если да, есть санкция. Да, у меня есть санкция. Ну, покажи, пожалуйста. Я с собой документы, к сожалению, сейчас давай не привез. Давай встретимся, ты мне покажешь. Ну, как бы. Ну сбрось это фото, ты же можешь? Тебе сбросить да, фото? Ну, если сбросишь, что ты сделаешь? Ты покажи сперва его нарушение. 11.5 и что еще? Что там? 3.5. А чего? А как я? Ну, на основании чего? Вы же остановили за 3.5. Хорошо, давай 11.5, не вопрос. Давай, показывай, что по 11.5 у него произошло не так. А что не 11.2? 10.4. Потому что я нарушил 11.5. Ты уверен, что он нарушил? Не уверен пока. О! Ебал. А ты знаешь, что уже есть решение Конституционного суда о том, что полицейскому заборонено зупиняти транзасіб, якщо немає достатньо доказів? О тому, що я вам сказав, що ви остановили мене незаконно. Часть третя. Є інформація. У тебе є інформація? Да, є інформація. Можете його ознакомити з усім інформацією, согласно 31 статті закону о поліції, часті 2? Його можна. Ознакомлюйте. Ознакомлюйте. Я буду просто стояти, фіксувати, і все. Ознакомлюйте. Ми зараз спілкуємося з вами. Ні, так я включаю. Я говорю. Ознакомлюйте. Якщо я включаюсь, це 342-я, дійствуйте. Я вас слышал. Все, я вас слышал. Действуйте, я втручаюсь. Старик, там Windows 95, там, блядь, я домой хочу, блядь. Давайте побыстрее заканчивать этот цирк, либо вы меня отпускаете и все. Слышишь, ты уверен? Если бы ты не останавливал, цирка бы не было. Мы, блядь, устроили цирк. Сбрейся отсюда, если не хочешь со мной общаться. Сбрейся, сбрейся. Нет. Слышь, Samsung нормально, да? 29, да? Ну, нормально. А это в туре столько платят бабок? Или отжимаете? Да, платят гроши. Они имеют вообще право пользоваться? Да, нормально, хорошо заработали. Такими темами. Я уверен на свои слова, что левак зарабатывает. А я могу предположить? Я могу это говорить? Не, можешь, конечно. Ну так все, заткнись. Заткнись. Я как ты разговариваешь со мной, так и я могу. Заткнись. Все, у меня сотрудник. Слышь, можешь его задержать? Сделай нам очередной трест. Задержи его, положи в пол. Не довел. Знаешь, законно надо. Так он тебе нахуй уже посылает 10 раз. Хорошо, и что такое? Ну, где прописано у нас? Здрасте, 173-й, общественное место. Да я на себе это провел. Ознакомлюсь, я тебе разрешаю сфотографировать. И теперь давай задерживай. Да все, он ознакомился. Да что, прикалывайся. Я не ознакомился. Ну, так это я не ознакомился. Давай задержи его, сделай мне очередной ролик. Я с усвоителем разберемся потом уже. Да вы разбираться будете дома, а здесь вы будете рассматривать дело. Вы будете работать. Да. Ну так рассматривайте дело. Вот, да, я вижу, вы працюете. Только вы же не забывайте, что потом на вас будут постановы вынесены. Мы сейчас соберем весь город Харьков. Слушай, ну что ты постанов за лупу лезешь? Ну что ты такой постоянно уверен? Что ты? Бэтмен, ёпта. Да не, не Бэтмен. А кто? Ты летучая мышь. Да, я с той стороны стану. Что он там нарушает? А что-то не включается. Негодяй полицейский пристал, это, да? Естественно. Сколько спасателей прилетело. Да как и к вам прилетают? Ну, сейчас спасатели, когда вам пальчики ломают. А кто пальцы ломает там? Да ну вашим же пальчики ломают, вы же вызываете целый автобус ТОРа. Когда пальцы ну, так, да. А что он доказы показывает? Это ж ты поэтому, чтоб ты не забывал, это ж заступник командира, ты да понял? Вообще, именно. Вообще показатель. Это показатель. Поэтому будет человек отдельно. Отдельный будет по тебе вопрос. При начальстве он мне может петухом назвать. Он сказал, на пацана. Ты уже проговорился. Ты уверен? Да. Да показывай. А в чем? В чем я проболтался? Я такого не говорил. Показывай. Ты что, балабол или что? Балабол ты сейчас. Ты пиздобол, я тебе говорю. Не, ну давай, хочешь разберемся? Давай разберемся. Покажи его нарушение, не пойму. Нарушение мое. Это отдельно. Да, оно. Оно, покажи, что-то я не вижу, где оно. Я тоже что-то не могу тоже понять, что это тут происходит вообще. Старик, там видно просто, я ж... И что? Мы въехали с одним левым, у вас... Так вы правильно, вы меня остановили, я тут хотел развернуться. Старик, вот дальше. Это злостное нарушение. Через что? Давай забирай его. Проедил. А что ты, что на том видео? Ты можешь рассказывать, что там на том видео? Ты что? Изображено. Автомобиль, ты это мобильный. И что? Какой вот номер на видео? Смотри, АХ-2473. Именно на видео. Ты уверен? Я на видео не отвечаю за свои слова, что там ты видишь номер. Я на видео. То бишь он нарушил 11.5? Да. Ты уверен в этом? При
свободний правий смузі руху на дорозі, яка має дві та більше смуг. А 11-2. Водій не зайняв. А 11-2, я тебе ще говорю, 11-2, он не нарушив. Хто ще говорить, що я їхав в прямому, блядь? Я хотів, блядь, просто розвернути. Подождите по одному, хули ви, блядь, розговарюєте всі в ход. Машина їде. 11-2, он не нарушив? 11-2? Да. 11-5, в принципі. 11-2 я задаю. Перше йде 11-2, а потім вже 11-5. Ну так хто нарушив, 11-5 или 11-2? 11-5. Ты уверен? Да. 11-4. Ну все, выноси постановление. Только я же тебе обещаю. Води еще раз, будь ласка. У него нету документов. Приди, будь ласка. У него нету. Водия? Конечно. Відмовляється. Конечно. Конечно, он відмовляється. Да, вы поняли. Да, Конституция отказывается. Только вас сразу предупреждаю. У вас установлены на ваших автомобилях спецсигналы. Это мы знаем. То бишь вам можно нарушать. Скажи, да или нет? Мы не порушуем закон. Ты уверен? Вам можно нарушать, скажи, да или нет? Это оперативно-транспортный знак. Воу-воу-воу, не сливайся, не сливайся. Еще раз говорю, вам можно нарушать или нет? Мы не порушуем. Не можна. Почему ви їздите тоді з маячками? Ну давай, свертухи, давай мигалку, свертухи. Що ви їздите з маячками? Тому що це оперативний. Давай, свертухи, мигалку, снеси. А ти у нього взагалі пояснення спросив, чому він двигався в той чи іншій? Ви предложили йому написати, він сказав, що буде... А ви б його відклонили, ребята, я ще раз говорю. Та він тобі дасть, він тобі на камеру дасть усне, що він діяв. Не питання взагалі, пускай дасть. Так а ви починали розглядати діло, ви ж пацана почали зразу заганяти. Ми тобі даємо час. На стадії того, що він сказав, що буде їхати адвокат його, або хтось влазить право. Ми йому надали час. Їде адвокат. Їде адвокат. У тебе є обмежене час по адвокату? Да, сказали 15 минут. Я запитав, скільки вам дати час. Какое ти маєш право давати чоловіку законне право ограничувати його во времени? Сошлись на норму закона, я извиняюсь, разворачиваю и уезжаю. Я уповноважена особа, согласно 222 статье. Кто 222? Да. Ну, допустим. Да. Только 222 совсем другая лысь. Да. Ну, гласит, вы почитайте. Да. Уповноважена я особа, ну. Разглядать справы. Так. Если я разглядаю эту справу, то решение по этой справе принимаю тоже я. Так. Царь Бог. Да. Подожди. Так. Я запитал водия, сколько вам дати часу, для того, щоб приїхав юридична допомога. Можна я спочатку? Він сказав 15-20 хвилин. Я говорю, добре, я говорю, добре, говорю. Я даю вам 20 хвилин для того, щоб приїхав адвокат. А тепер питання. А кто? Я говорю, щоб задавати мені питання. Я чоловік. На 50 Представьтесь тоді. Я чоловік, я обязан представлятися? Ні, якщо ви до поліцейського звертаєтесь, ви повинні представитися. Я не знаю, що поліцейський. Хорошо, на який закон? Закон звернення громадян. Ти взагалі, ви ізучали матчасть? Конечно, ізучали. Що там прочитай? Можеш з цим законом ознакомити, тільки не в телефоні. Не в телефоні. А бумага. Закон ЮА називається. Якщо у вас є, не треба телефон. Ти ж должен по пам'яті шкатаєшся. Ну давай. Так, юридична допомога приїхала. Ще ні, їде. Давайте поля, що ти спілкуєш? Їде. Зачем вас спілкуєш? Мене вопрос, подожди, стой. Мене вопрос інтересує, хто вам дав ограничувати время? Ніхто не дав. Я відповідаю на питання даного громадянина. Ну, чого ти мені говорили, що якщо через 15 хвилин не буде нікого? Я запитав. Написано поліцейського. Ви мені сказали, начали мне тыкать, начали рассказывать, что мне нужно особо. Если я через 15 минут не буду, то него я буду разлет справы. Правильно? Нет, я разлет справы сразу открыл. Нет, у него я сразу? С 278? 278, подготовка до разлета справы. А как ты ее подготавливал? Подготавливал? Да давайте по одному, мужики, ну что вы как подготавливали? Ну, там 278. Мне надо принять, ну кто притягивается, что значит какая разница? Кто будет брать? Это 279-я будет. Вам же нужно установка личности. А он тебе документы на основании чего должен предъявить? На основании 32-й статьи закона о полиции. Ну а мы, а что он нарушил по 32-й статье закона о полиции? А? В каком виде?
другого раза. 35-ю статью закона о полиции он не может нарушить. Это для тебя написано. Это превентивные заходы, чтобы ты понимал. Все. Проверка документов. На основании чего она делается? Так проверка документов, это не превентивный заход? Еще раз объясняю. Какой он пункт ПДД нарушил? Вы говорите 1 из 5, а я говорю, он не... вы у него взяли поясня? Он це має. Дальше, дальше. Соответственно, він є поліцейський. Звернення громадян. Хорошо, мене звати Карл Карлович Карлов. Дальше, що далі? Коли громадян України звертається. Я не громадянин України, я не сказав, що я громадянин України. Або інший громадянин, ну, как бы немає значення. Іншої держави, допустим. Іноземець, він звертається до поліцейського, то згідно закону про звернення громадян, він повинен назвати своє прізвище, ім'я по батькові, число, місяць, дату народження. Карлович Карлов. Да, 1 января 2000 год. Город Харків, Сумская 1. Дальше. Что запишем? Квартира там какая? Сумская 1 – это весь дом мой. А, частный дом? Да, это мой частный дом. Хорошо. Что дальше? Ответил на твой вопрос? Ну, ответили, да. Ну, вы же в дом полезете. Мы дом не лезем. Да вы уверены? Вы же такие грамотные, такие борзые. То вы же вы хотите сказать, что человек... якобы вот этого автомобиля. Водитель, да, водитель, не человек, водитель. Нарушил именно, четко нарушил 11.5. Вы уверены в этом? Я хочу понять, да или нет? Вертолеты, мужики. Принимаю решение инспектор. Говорю, не уверен. Не уверен. Я могу показать. Просто коронавирус этот плохой. Я как бы как маска. Это ты плохой. Не, может, я тебе говорю, ты плохой. Может быть. Я уверенно могу сказать, что хорошо, ты плохой. Хорошо. То бишь люди, я могу, подожди, то бишь я могу вам так сказать. Если бы человек был бы один, я не уверен, чтобы вы его вытащили с машины. Нет. Да, говорю. Нет. А я говорю да. Поверь мне, люди больше поверят, чем вам, мусорам. Понимаешь? Верят или не верят? Я говорю, мусорам народ не верит. Полицейский может, да. Ты мусор в данный момент сейчас. Да, ты мусор. Ты мусор. Потому что ты даже ПДД не знаешь. Мусор. Понимаешь? Говорю, мусор. У тебя мусор в голове. Он в устном виде даст его. Как в устном, так и в письменном может. Он на камеру да, давайте, пояснит, что данный человек не нарушал правила дорожного движения, а если бы и двигался даже, не знаю, если даже и двигался он в крайней левой как бы полосе, так, то у нас это... есть еще пункт 10.4, который забовязывает перед поворотом налево заблаговременно принять крайнее левое положение. Это не надо им рассказывать. То как он может нарушить 11.5? Я же говорю, как обычно. Как? Да как? Ну как? Он нарушил? Так. То бишь человеку нужно развернуться. Можно было врухаться. Куда? Правый смузи руху. Что, что? Ты уверен? Если он врухался прямо, он должен был врухаться в правый смузи руху. На той скорости, которую он... Как на крайней левой смузи руху? Еще раз объясняю. Он повернулся. Сигнал левый. У него был он выключен, поэтому соответственно инспектор. Теперь дальше вопрос по поводу поворотника. Чего ты взял, что он не собирается поворачивать? Почему вас остановили? Потому что что? Левый показать поворот. А ты знаешь, что есть техническая еще неисправность? Машину догнали, остановили, выписали. Все, без вопросов. Так как вы нахер можете ему сразу уменить 11.5? Когда он включил сигнализацию аварийную, в него просували левый и правый показник. Поэтому, соответственно, мировой вышел. Еще раз объясню. Вы не эксперт, поэтому выставки вы не можете ни в коем случае делать. Нет, мы визуально бачим. Вы тор, вы даже в приори не можете нормально рассмотреть дело, потому что у вас прочтите, у вас ваши полномочия в инструкции. Там написано бить людей и все. Написано, я говорю, написано. Да для тебя написано, я тебе еще раз говорю. Потому что ты постоянно себе дерзко ведешь, понимаешь? Ты так базаришь, когда вот сейчас люди собрались, а ты перед этим был такой борзый. Какой борзый? Борзый был. Ты с друзьями тоже по гражданке так ходишь, базаришь? Да, базаришь. Я не базарю, я разговариваю. Да ты базаришь. Ты базаришь. Ты, блядь, человека пытаешься вменить ему. Перед этим, когда подъехало столько людей, ты был борзый. Потому что ты усрался. Чего ты так... Давай разговаривай, как ты перед этим. Давай. Вызовите сюда мониторинг. Давай. Повышай голос. Я говорю, вызови сюда мониторинг. Вызови сюда мониторинг. Вы хую едете отсюда? Понял? Ну я тебе говорю, если ты думаешь, что ты вызовешь еще автобус, вызывай, это наоборот жестко будет. Давай. Понимаешь?
Потому что вы ограничили человека в его конституционном праве, а именно передвижении. В конституционном, ты что, блядь? Еще раз объясняю, докажи, что он нарушил 11.5. При розгляді справи ми будемо... Так ти її вже розглядуєш, вже полчаса. Та ви не даєте мені розглядати. Та тобі вже чоловік пояснення дав. Я пояснення від вас услышав. Нам потрібно письменне желання. Мені тусне. Кажіть, працює відеореалізатор? Та вже працює давно. Ну, він вже працює давно. Рухались? Я рухався прямо в сторону... По проспекту Льва Ландау, так? Так, по Льва Ландау. Тут мене зупиняє поліцейський. Ну, напевно, да, я не знаю, я не місцевий, тому как бы. Ні, ні, то не з Харкова. Все правильно, ви не витягуєте з нього. Ні, я питаю просто. Він дає пояснення. Ви втаскуєте. Я рухався прямо. Так, так. Збирався ось повернути на цьому повороті, здійснити розворот і поїхати далі по своїм справам прямо. В якій смузі руху рухались? В лівій, щоб здійснити поворот. Розумію. Коли я проїжджав ваш автомобіль, бам-бам-бам-бам-бам-бам, працівник поліції. Так. Зупинив мене. Що я з крайньої лівої полоси зупинився на всьому місці. Так, так. Бачимо. І ви мені сказали, що я нарушив скоростний режим. Через 5 хвилин ви підійшли і сказали, що я порушив пункт який? 11.5. 11.5. А тепер задай вопрос. Ви за мною їхали? Ні, ви за мною їхали? А ви ще й в стоячому положенні це діяли? А чого ви стояли? Даний працівник поліції стояв на дорозі без... На проїжджій часі без жилетки? Так, без жилетки. Ми стояли разом, тому... Ні, ви стояли віддільно. А, ти його обняв, да, і ви стояли. Щоб вас було видно. А, походу, да, проститута, да? Ну, далі, далі. Обозначте, пожалуйста, то, що... А чого ви не остановили? Автомобіль стояв з включеними маячками синіми. Бачили маячки, не бачили? Ви знаєте, що ви нарушаєте 122.5? Тут мої курочки стоять. Ну, самі маячки бачили. Ви їздите без розрішення. Только эти маячки мне очень сильно глаза бьют. Я тебе тоже повторяю. Ты хуй ложил на всех. Прям очень плохо вижу. Понял? Ты хуй ложил. Читай внимание. Ты себя начни, а потом водителей кошмарь. Что дальше? Что-что? Докажи. В пункте правил дорожного движения 2.1В. Что прописано? В крайней левой полосе. Когда включены ваши синие маяки. Да, когда включены ваши синие маячки. Забороняю то, что когда вы рухались по Льва-Ландау, в ваших діях, як водія, не було наміру здійснити, як ви кажете, поворот. Розворот, що один або розворот. Поїхали. Тому що ми... І що далі? Я приїхав, я хотів... Ну, їздом, і що бачили, далі? Що ви проїжджали розворот, у вас ні, ну, как би, я не місцевий, я вам говорю ще раз. Я не місцевий. У вас був виключен сигнал поворота лівого, соответственно. Та мене... За 100 метрів, за 100 метрів показує. Скажи мені, пожалуйста, в якому епізоді битви екстрасенсів ти знімався? В п'ятому. Та ні, просто мені цікаво, він же ж рішив, що він їде і не рішав, що поворот. Какую цю часть у вас я могу ехать, по-моему, 3 километра ехать. Я могу ехать хоть 10 километров в левой стороне, если я хочу здійснити розворот. Не було наміру здійснювати розворот. Это ваше мнение. Это ваше мнение. Откуда вы знаете, что не было наміру? Я ваше мнение. Я бачив на відеофіксації. І то, що я справа, коли я... На які фото-відеофіксації? На відеофіксації. На какой? Відеофіксація вам була продемонстрирована. Ви знаєте, де йому треба розвернутися або повернути? Показали вам відео. І що далі? І що там на відео? Было. На відео було видно, як рухається ваш автомобіль. Ну, Toyota Celica, чорного світу. Крайній лівій смузі. Дві машини, вони нарушають. Давайте. Це спідрейсинг. Рухались, відповідно, в лівій смузі руху. Проїхали приблизно 150-200 метрів. А як ви оцінюєте? До моменту зупинки. Візуально поділився своїми очами. Вже один візуально оцінював своїми очами. Вже один наставив свої глаза у лівий показчик поворота. Тому було прийнято рішення вас зупинити. За скільки? За 100 метрів? Да нет. Ну, вообще, ну, типа, и когда я хочу повернуть, я за 100 метров включаю. Нет, за благовременно. Ну, за благовременно. А где благовременно указано? Бачишь, ж конченый, просто пиздец, конченый. И, блядь, еще таких долбоебов не видел. А чей это Outlander? Outlander, кто приехал на нем? Кто водитель? А ну будет с яйцами кто-то? Я водитель. Кирилл? Я водитель. Иди сюда. Скажи, пожалуйста, когда ты принимал этот автомобиль, ты видел, что трещина? Конечно. Можно ездить с трещиной, скажи, да или нет? В ПДР запрещено.
Все, вопросов нету, попали. Ну ты еще с яйца. Ну так вот, что твоего поворот или разворот? Да у него эрор, ты что? Да он же больной, блядь. А он до ПДД пошел. Ты уже выносишь постанову? Нет. Смотри, смотри, потом вот здесь аутлендер стоит. Там разбитое стекло. Мне кажется, что это было ДТП, поэтому нужно привлечь. Это нарушение правил дорожного движения, это техническая неисправность. Прими меры. Нет, ты не примешь меры, ты отреагируешь. А ты как командир взвода тоже отреагируешь. Да не, он же на своих не берет, да? Не? Ну, на своих же ты не выписываешь, да? Блять, я обрезал круг. Иди сюда, иди со мной. Давайте уйдем все с дороги. Друзья, это у нас торовцы как раз очередную бычку включили. ПДД ни хера не знают, но сами ездят с нарушением, а именно на аутлендере 46-45, трещина лобового стекла. И он считает, что это так нормально. Ну ничего, сейчас будем его. Нет, вы сразу обратите внимание и зафиксируйте. Я в данный час провожу. А то вы как тёлочки, понимаешь? Подходите сюда. Иди. Ну идите сюда. Мы не потребуем. Андрюша, скажи, что ты не можешь ходить. Ты стоишь. Я не можу ходить, у меня дуже коліна болят. Бачите, порвали собаки. Тя ти хочеш, тя ти, блядь. Что-то вы ходили до цього? То це я ходив, то я замерз просто. Ви мене вигнали з машини, от і я стою на вулиці, і в мене коліна, от бачите, порвані собаки подерли. Уба народа, встаєте чоловік. Ні, то я не помагаю. А що, є відповідальність? Или що? Немає. Возьми сюди і подойди. Неси сюди свою дрищню, волочи. Давайте зачитайте, я вас прошу. Я читати не вмію, ознайомте, будь ласка, мене з пунктом права. Пункт 11.5, право дорожного руху України. Какой год? Большая. Не, очень важно, это большая. Очень важно. Это комментированные правила дорожного движения. 11.5. На дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении. Это что, российское ПДД или что? На русском языке написано, да. Будь ласка, на украинской мове, будь ласка. Я вам переведу. Державные мовы, будь ласка. ПДД на державной мове, будь ласка. На дорогах, которые имеют две и более смуг, для руху в одному напрямку. Виїзд на крайню ліву смугу. А що ти друзів визвав уже сам, да? В цьому напрямку дозволяється. Та ну що ти, блядь, розказуєш? Якщо праві смуги руху, знайдіть. Обрати внимание на ліву сторону. А також для поворота ліворуч. Ну на праву сторону. Була зайнята. Давайте так. Була друзяки, була зайнята. Чи для зупинки ли або стояти на лівій полосі дороги за допомогою. Та ну що ти мені розказуєш? Так була зайнята полоса. Була зайнята перед вашою машиною, була б машина. Якщо це не протилежить правилам, Ну так була машина перед вами. І там на відео, по-моєму, якраз їхала зразу. Ну, нормально, так. І була зайнята права полоса. Була. А тепер відкрой 11.2, почитай. 11.2, да. Дані вимоги правил дорожнього руху саме введено для чіткого роз'яснення порядку руху на дорогах, котрі мають по одній полосі для руху в одному напрямку. Воно базується на принципах саме руху, як можна ближче к правому краю проїзної частини, згідно пункту 11.2 даних правил. Тому ми переходимо в пункт 11.2 даних правил, де прописано, що на дорогах, які мають дві чи більше смуг для руху в одному напрямку, не рейкові транспортні засоби, тобто автомобілі, так? Повинні рухатись як можна ближче к правому краю проїзної частини. Ну що, крім випадків, коли виконується опереження, так. Саме випередження, так. Об'їзд чи перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворот. Совершенно вірно. І ті, 10-4. І 10, ні, смотрите, коментарі в офіційному виданні його нету. Ви можете... Ну, такий коментарі, це все. А ну, держи коментарі, пояснення, так. Це пояснення. 10-4, відкривайте, будь ласка. 10-4, можна вже 10-4. Ну, прочтен на русском. Понимаете русский или на державном? Ну, не всегда. Не дуже, да? Да. Перед поворотом праворуч чи ліворуч, в тому випадку, в напрямку головної дороги або розворотом, саме водій зобов'язаний заблаговременно, завчасно так, зайняти
відповідне крайнє положення на проїзній частині, яке передбачене для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли виконується поворот в випадку в'їзду на перехрестя, де здійснено круговий рух, або напрямок саме руху определяється дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, або рух іменно возможен тільки в одному напрямку. В принципі. Ви перший раз читаєте це ПДД? Потому что тут на русском написано, понимаете, в чем суть? Могу на русском быстрее вам. Не, вы должны на украинском знать, это ПДД. Ну да. Если вы полноважно... На эту секунду я не знаю, скажу так. А почему вы не знаете? Потому что, наверное, это невозможно. Возможно. Если вы полицейский, вы же, подождите, вы кошмарите людей. Да. За какие-то ПДД, которые вы были учили, 11.5, к примеру. И за него вы останавливаете, правильно? А почему вы другие пункты правил не знаете? Конечно. А теперь у меня другой вопрос. Покажите мне, пожалуйста, здесь, сколько здесь полос? 3 смуга рука. Где они? Где они? Размечены. Согласно ГОСТа. Размечено. Покажите, пожалуйста. Согласно ГОСТа. Идемте, пройдемся. У меня вроде колено. Когда согласно ГОСТа 41.00, все. Я могу предназвать только водию. Потому что сейчас давайте водию покажем. Согласно ГОСТа, да. Колено больно. Давай.